Знаете, как в песне поется? Самый лучший лещ. Приветствую, друзья, подписчики канала. Сегодня видео наше будет посвящено засолке и вялению и копчению вот таких вот добрых, хороших лещиков. Примерно где-то 1,5 килограмма. Вот сейчас я их разрежу и начну засаливать в тузлуке. Смотрите. Так, ну что, друзья, все. Разрезал я лещей. Позвоночник оставлю. Лещ тонкая рыба. Чешую пришлось снять. Она ссыпается, видать, от переморозки. Если бы была бы свежая рыба. Да хотя. В общем, короче, все. И рыба у нас подготовлена. Сейчас ее немножко протру полотенчиком и будем отпускать его в тузлук. Солить на 12 часов. Друзья, засолку буду я производить в тузлуке. Для этого нам надо хорошую воду. Это у нас вода с родника, либо с колодца. Для засолки рыбы не рекомендуется использовать воду из-под крана, так как она содержит в себе всякие разные химические элементы. Например, такой как хлор. Вот. Соотношение воды с солью у нас получается 1 литр на 80 граммов. Здесь у меня 10 литров воды. Здесь 800 грамм соли. Соль обязательно, друзья, используйте без добавок. В магазине она так и написана. Без добавок. Крупная, второго или третьего помола. Самая лучшая соль. Все, высыпаем. Размешиваем. И тузлук наш будет готов. Для засолки. Ну что, друзья, все. Тузлук наш готов. Соотношение, еще раз повторяю, 1 литр 80 грамм соли, 1 литр воды. Здесь у меня 10 литров тузлука с запасом на килограмм рыбы, 1,5 литра тузлучка. Отправляем наших рыбок в соленый тузлук на 12 часов. Через 12 часов мы будем доставать, вывешивать и вялить. Все, друзья, продолжаем дальше. Так, ну что, друзья, настало утро. Прошло 12 часов. Достаем наших лещей. Вот они у нас такие просолившиеся. Складываем в тазик. Даем им сейчас немножко стечь. И будем вывешивать в коридоре. Так. Давай. О, рыбка. Золотая. А, красавцы какие. Здоровые лещики. Добрые. Так, ну все, друзья, лещики наши подготовлены. Начинаем их вывешивать. Вот у нас тут такая вот вишала. Машала. Так вот. Так. Ага. Скатывается подальше. Так, и этот крайний еще. Чебуречек большой. Опа. О, ну все, друзья. Вот наша рыбка висит. Сейчас подключим вентилятор. И будем ее сутки вялить. Может быть, чуть больше. Посмотрим по ходу дела. Так, ну что, продолжаем дальше. Так, ну что, друзья, все. Рыбка наша завялилась. Смотрите, какая твердая. Аж стучит. Это наш лещик. Жирный, хороший. Запаха у рыбы нету. Все в порядке. Провялялась отлично. Ну что, приступаем к копчению. Привет, друзья! Снимаю видео для Андрея, канал Амур Фишерман. Люба просил подкоптить ему рыбу. Друзья, сейчас хочу показать вам. Во-первых, как коптить буду, покажу, сниму. Коптить будем вот в коптилке из бочки с кассетой при нагревании на той штуке.
Я сейчас все покажу. Но есть один момент. Рыба для копчения в таких штуках, в бочках, должна быть сухой. Как еще я покажу? Состав щепы расскажу. Но хорошо подсушивайте перед копчением рыбу вашу. Особенно, когда коптим ее. Смотрите, какой шикандос. Когда коптим ее зимой в бочках с нагреванием. Сырая, нагревается в ней вода, закипает, ну, подогревается, и если температура выше 35 градусов, просто рыба варится, и будет у вас горячее копчение. Это маленько не то. Так, друзья, процесс прокопчения происходит следующим образом. Вот в эту часть рыбы, вот, железная, насыпается смесь вашей любимой щепы. Ну, я обычно копчу щепу пополам, яблони и ореха. Самое, на мой вкус, всегда вкусное. Сочетание для белой рыбы. Для красной маленько другое. Это будет чуть попозже видео, я покажу. Какая. Нагревается красна, эта часть трубы, там опилки. Они начинают гореть, здесь рыба в бочке. И все, соответственно, получается там вакуум, воздух, кислород выгорает в бочке, получается вакуум. И рыба как бы в вакууме очень быстро закапчивается. Делаем две загрузки с интервалом 4 часа. Вот котиру насыпали опилок, нагрели до красна. 4 часа пришли, высыпали все из нее, новая накладка, и через 4 часа все будет готово. Ну, то есть, сейчас 8 вечера, следующую закладку сделают 12 ночи, и утром рыба будет готова. Андрей вам завтра покажет, что получилось. Вот, нагреваем, прям до красна все это дело. Всю эту трубу надо разогреть, чтобы все полноценно загорелось, там, щепа открыть начинает. И все, все примитивно, просто, ну, зимой неплохой вариант. В хорошей коптилке зимой закоптить рыбу не получится, а в этой запросто. Рыба будет холодного копчения. Бочка холодная абсолютно. Нагревается только вот эта труба. Один конец заваренный, здесь приварено кольцо. Это вставляется в нее. Ну, все очень просто, конечно, примитивно, паяльная лампа. Ну, работает. Все, смотрите завтра у Андрея продолжение. Андрюха, привет. Вот твоя рыба коптится. Друзья, посмотрите, какой лещ. Закоптился, обалдеть. Вот он, смотрите. Лещ считается одной из самых жирных рыб. Сальных таких. И отличной закуской для пива. Его же завернул хвост. Знаете, как в песне поется? Самый лучший лещ. Вот такой вот лещик, друзья. Блин, у меня аж слюни текут. На монитор капают. Давайте нарежем. Так, потоньше кусочек какой-нибудь возьмем. Попробуем сейчас, что получилось. Также нарезаем тоненько, чтобы косточки поменьше. Ножик туповатый чуть-чуть, но ничего страшного. Посмотрите, какой кусочки, они жирные. Мяско прям, ну-ка. И отсюда. Чувствую. Лещ просто жирный, вкусный, соль в меру. Огромное спасибо Ромке Фишерману, ДВ-27 РУС. То, что помог мне закоптить с рыбой, пока с копчением у меня проблемы. Нет своей коптилки, но скоро у меня будут вот такие вот классные золотые лещи. И не только лещи на канале, много рыбы будет копченой. Эксперименты, все-все-все. Разве это не рыба? О, копченый лещ. Вкуснотища, друзья. Все. Я буду сейчас кушать рыбку. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачи и добра.